Всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня причиной съемки видео стала покупка GeForce GTX 1060 от фирмы Inno3D. Карточка у нас на 6 гигабайт, я так долго ждал, аж целых 3 дня, пока она ко мне приедет, мучительных 3 дня вообще. И, блин, классная тема. Почему же я выбрал именно эту карточку? Я вообще изначально хотел себе купить GTX 1050 Ti. Но потом я посидел, подумал. И как бы, ну, 1050, 4 гигабайта, ну, ни туда и ни сюда, как бы. А вот старая, допустим, GTX 970, она тоже на 4 гигабайта. И как бы смысл брать на 4, кстати, и там, по-моему, 192 бита, если не ошибаюсь. Можете меня поправить, если что, вдруг я забыл. А вот. А 1050, она на 128 бит. Так, а та на 192. Вот. И я так подумал и думаю, что, лучше взять нового поколения. Как бы, ну она, вот эта вот карточка и не флагман такой себе, но и как бы выше среднего. То есть это хорошая карточка. И здесь 6 гигабайт оперативной, 6 гигабайт видеопамяти и 192 бита. Это, блин, обалденно. 6 гигабайт хватит надолго. Вот. И, блин, классно. 192 бита, это хорошо. Собственно, сейчас открою и поглядим, что там у нас такого положили. Inno3D. Кстати, для тех, кто говорят, что Inno3D там часто ломаются. Ну, любая аппаратура часто ломается. У всех производителей, если так рассуждать, как некоторые. Вот, у меня Inno3D простояла, сейчас я вам скажу, с 2011 года карточка GTS 450. Это старая карта вообще, 3D-шная. Там 1 гигабайт видеопамяти. Она у меня до сих пор, кстати, стоит. Вот, и как бы в меру того, что у меня процессор еще хороший, в принципе, ну, для тех времен. У меня сейчас стоит i5-2400 второго поколения. Вот, и я сейчас тоже старенький процессор прикупил, он тоже, кстати, едет, но с Китая. i7-3770, это, блин, классный старый процессор, который не уступает современным аналогам. А вот, там, что офигенно, так это то, что он 8-поточный. А мне как раз и для игрушек, и для рендеринга видео 8 потоков, это просто замечательно. Плюс видеокарта и видос... Видосы рендериться будут гораздо быстрее. Так, вот она у нас их запакована. Вот так вот. Коробочка. Тут у нас мягенькие такие штучки. Она еще в упаковочке. Тут, короче, куча всего. Макулатурка есть. Тут у нас 3D-марк. 3D-марк и еще какая-то ерундовина. Что-то тут закачивать надо. Короче, код какой-то мне тут положили. Интересно. Замануха какая-то очередная. Еще один. Так, это что? For PC Ready VR. А, это VR. Мне VR не нужен, потому что у меня его попросту нету. Так. У нас диск с драйверами, конечно же, в комплекте идет. Хотя, в принципе, как бы... Это же NVIDIA GeForce, я не знаю. Ну, ладно, в принципе, положили диски, хорошо. Потому что сейчас все можно на сайте скачать, как бы проблем с этим нету. Да и раньше тоже у меня проблем не было. Я вообще дисками, вот, сколько карточек у меня было... Мы просто занимались 3D-оборудованием. Вот. И, блин, я ни разу стоковые диски, которые в комплекте шли с драйверами, не юзал. То есть, все с сайта скачивал, поэтому... Так, ну и, собственно, сама видеокарта вот у нас вот так вот запечатана. Окей. Увесистая такая, знаете ли. Увесистая карточка. О, ням-ням-ням-ням-ням. Я взял миньку. Мини. Чем большую брать, я так подумал, блин, в корпус у меня и так еле там все влазит, все напичкано уже, блин, некуда что ставить. Поэтому я взял малого размера карточку, о, хороша. Да, Геркулес, какая она хорошая, какой кулер. Вот. Собственно, такая вот у нас карточка. Она небольшого размера, если вот ладонь моя. То есть она немного больше моей ладошки. То есть, ну, как бы. Если сравнивать, допустим, с рекордером. Ну, вот рекордер, к примеру. Да, а вот видеокарта.
То есть она не намного выше рекордера. Ну, понятное дело, что по ширине, конечно, побольше будет, но не намного выше его. А рекордер, кстати, он вообще небольшого размера. Он только на камеру кажется большим, а на самом деле он маленький. Так, снимем пленочку еще. Дополнительную вот эту вот. Мы сдерем. Я вообще не рекомендую вот эти пленочки оставлять, потому что... А, ладно. В принципе, можно оставлять, но не обязательно. Поэтому я сдеру, потому что хочу любоваться красотой всего этого дела. Я просто вспомнил историю со скотчем. Я когда-то тоже так заклеивал, чтобы все красиво было. Стоковой пленки не было уже, и я скотчем залепил. Вот. И в чем проблема скотча со временем? Короче, он так прилипает к объекту, к которому ты его налепил, что потом хрен отдерешь. Вот. Он тупо высыхает, короче, и вот этот вот клей, он присыхает намертво. Поэтому лучше не обклеивать скотчем, если хотите сохранить красоту своего девайса или чего-либо. Скотчем лучше не обклеивать. Вот так вот у нас выглядит. Вот такая вот картулечка. Вот, классная вообще карта, блин. Малого размера. И что самое офигенное. Так, тут у нас 6-пиновый размер. Вот, кстати, для тех, кто хочет все-таки бюджетный вариант, более бюджетный TI купить, 1050, там сейчас 1050 есть тоже мини, и она без дополнительного питания идет. По-моему, насколько я помню, это вообще круто. Я тогда, кстати, обратил на это внимание, вот, и мне было, блин, интересно, круто, вот. Потому что без дополнительного питания это хорошо. Но здесь у нас карточка помощнее, памяти побольше, поэтому дополнительное питание уже как бы обязаловка. Здесь 6-пиновый разъем. Кстати, для тех, у кого старые тачки стоят, вернее, не старые тачки, а блоки питания старые, где только 6-пиновый разъем, там не беда. Блок питания менять не обязательно. Если у вас достаточно мощный, вы можете поставить переходник с 6-пин на 8-пин и подключить к своей карточке питания. Вот так вот. И все. И не надо блок питания менять. Ну, а если у вас блок питания слабый, конечно же, 450 ватт там, допустим, да, то туда лучше, конечно, поменять. Поставить побольше, к примеру, 550-600 ватт будет нормально. Вот. Я сейчас тоже себе собираюсь менять блок питания и хочу поставить 850 ватт. Вот, потому что, ну, чувствуется, что уже как бы у меня там до хрена всего, и некоторые вещи я просто подключить не могу в меру того, что блок питания уже как бы на 550 ватт потянет только вот карточку и все. Вот. Короче, блин, буду я ее тестировать, значит, включим, я не знаю, получится ли в этом видео, наверное, в следующем уже сделаю, пока мы посмотрели внешний вид карточки. Внешне она, блин, меня полностью устраивает, все замечательно, здесь радиатор стоит алюминиевый, кулер хороший, в принципе, все как бы, ну, по стандарту. Здесь у нас три разъема, DVI, HDMI и еще какой-то на SATA похож. Я, блин, не эксперт, не знаю, что это за разъем, вот этот вот. Если кто знает, напишите в комментариях, что это за разъем. Да он мне, собственно, как-то и не нужен, мне главное, что HDMI. Потому что монитор у меня по HDMI подключился и все дела. В общем, включим, будем пробовать в играх, как он сейчас... О, кстати, это же возможность. Пока у меня стоит мой процессор старый, i5-2400, надо протестить его с этой карточкой. Вот, а потом приедет новый процессор и по новой протестить. Посмотреть, насколько же будет вырастет производительность. Ну, здесь и экспертом не нужно быть, потому чтобы понять, что производительность действительно вырастет. Потому что... На моем процессоре также нету этого самого, как там, короче, технология какая-то у Intel, я забыл, как она называется. Ой, забыл, простите, блин, короче, этой технологии у меня на процессоре нету. Вот. И здесь у меня всего 4 потока, 4 ядра, да, 4 ядра, а там 8 потоков и больше ядер. И там и частота, конечно же, больше, у меня здесь получается на процессоре 3.1 частота. Турбобуст работает до 3.4, а там уже в стоке идет 3.4, и турбобуст поднимает частоту до 3.9. В
принципе, в стоке этого должно быть, блин, вот так и вот так. Я не знаю вообще, зачем их разгонять еще там 4.2, 4.5. Зачем? Смысл? То есть, я вообще не вижу смысла убивать процессор, блин, только ради того, чтобы получить какие-то лишних 600 МГц. Ну, это так. Учитывая то, что сам процессор в стоке поднимается до 3.9, как бы это нормальная частота, ничего себе, 3.9. Intel, это, блин, круто. AMD, блин, не сравнится вообще. Я, сука, помню, мы ставили процессоров тоже интеловских, вот, и как-то решили попробовать ради эксперимента AMD процессор. И у нас был выбор поставить i3, вот, или там AMD какая-то модель, я уже забыл, короче. Ну, на тот момент, 2011 год или 12, вот эти два процессора, они были на одном уровне, ну, примерно, по крайней мере, так писали. Вот единственное, что AMD, он в два раза дешевле стоил, как всегда. Вот мы его поставили, он как бы четырехъядерный, у нас i3 двухъядерный, ну, я же думаю, как бы частота хорошая, 2,8 гигагерца, четырехъядерный, ну, должен нормально работать. Мы его поставили. И чё? Днище какое-то. Dirt 3 на то время еле шел вообще. Он так тормозил, что, ну, Ваня, его пришлось разгонять. И это хрень полная. Нахрена мне процессор? Блин, реально, я ставлю человеку процессор, его еще надо гнать для того, чтобы он нормально работал. Когда двухъядерный Intel вообще без проблемы шел. То есть его ставишь, он, блин, летает прям. Dirt 3, ни фризов, ни тормозов, ничего не было. А этот четырехъядерный и не справлялся. И пришлось частоту поднимать. И больше, это, кстати, это был последний раз, когда мы юзали AMD-шные процессоры. Все. После того я тоже сказал, что, блин, AMD не. Вот только Intel, потому что тут реально из коробки ты достал, поставил, и все у тебя замечательно работает. Не надо ничего гнать. То есть Intel самое то. Я не спорю, может быть, я там криворукий, там, и так далее, и все, кто-то любит китайский секс, вот, и любят танцы с бубнами проводить, но я лично такой хренью страдать не люблю. Я люблю, чтобы вот достал из коробки, поставил, и все нормально работает. Так что нафиг надо. Короче, будем тестировать эту видеокарточку, посмотрим, что там в играх залепим. Сейчас, может, даже сегодня тестики постараюсь сделать, и, в общем... Подписываемся на канал, если не подписаны, ставим лайки, комментируем видео, блин. В общем, как всегда, ну вы поняли. Так что всем, блин. А, тесты ж будут, точно, тесты. Будем ждать тесты. Так что давайте. Dumb luck right here.